Вакуумный упаковщик Gochuvac 470 – полезный в хозяйстве прибор, который продлевает срок хранения продуктов, способствует экономии места в холодильнике и служит основной базой для приготовления продуктов сувид. Вакууматор Gochu производится в Южной Корее и продается в яркой картонной коробке. В комплект поставки входит инструкция на русском языке, шнур питания, пакеты и рулон упаковочной пленки. В качестве дополнительных аксессуаров, приобретаемых отдельно, доступны рулоны пленки шириной 20 и 28 см, зип-пакеты с клапаном, шланг для вакуумной упаковки, резак для пленки, набор вакуумных колпаков и контейнеры разного размера. Оригинальность внешнему виду вакууматора придают скругленные углы и ярко-зеленая вставка на белом пластике корпуса. На верхней крышке, помимо индикатора работы и кнопок управления, расположен вход для вакуумного шланга. При закрывании используются боковые замки, которые по окончании работы сами открываются. Перевернув вакууматор, можно увидеть вентиляционные отверстия и резиновые ножки, повышающие его устойчивость. Вакуумная камера с воздухозаборником в правой части и герметизирующая прокладка по ее периметру, так же как и нагревательная лента, выглядят вполне типичным для большинства упаковщиков образом. А вот регулируемые клипсы для установки пакета – изобретение, которое нам раньше не встречалось и оказалось весьма полезным на практике. Управление вакууматором осуществляется с помощью двух кнопок – старт, стоп и запаивание. Первая запускает автоматическую работу прибора, который самостоятельно проделывает полный цикл работы, откачивает воздух из пакета с продуктом и запаивает его. Вторая служит для принудительной остановки и запайки пакета раньше, чем это происходит в автоматическом режиме, что актуально для влажных или нежных продуктов, которые могут деформироваться при сжатии пакета, например, выпечки или сочных фруктов. Мы взяли открытый край рулона, запечатали его, зафиксировав клипсами, и отрезали необходимую длину для вакуумирования приправленных куриных крылышек. Шумность процесса настолько невелика, что позволяет в непосредственной близости от прибора беседовать тихим шепотом. В комплект поставки входят готовые пакеты, которыми мы воспользовались, чтобы сэкономить время и вакуумировать продукты для использования в дальнейшем. Приправленные и упакованные в вакуумный пакет куски свинины, филе рыбы и куриное филе были приготовлены методом сувид в мультиварке с возможностью задавать температуру. Затем готовые продукты охладили и поместили в холодильник. Через 10 дней извлекли их из вакуума и по минуте с каждой стороны обжарили на сковороде. Получились продукты с необычным нежным вкусом. Вакуумирование позволяет увеличить срок хранения продуктов, как в холодильнике, так и без него, устранить риск протекания, предотвратить смешивание запахов и экономит место в холодильнике и морозильной камере. Уход за вакууматором предельно прост, так как прибор не контактирует с продуктами и поэтому не пачкается. Если вы все же не уследили и жидкость попала в вакуумную камеру, ее стоит убрать сухими салфетками. Для вакуумирования контейнеров и зип-пакетов, а также продуктов под вакуумным колпаком, нужно подсоединить без усилия шланг к клапану и нажать кнопку «Старт-стоп». Воспользовавшись вакуумными колпаками, можно сохранить оставшуюся от застолья еду, хранить бакалею, гастрономию и хлеб, увеличить срок хранения тех продуктов, которые вряд ли захочется упаковывать в пакет или контейнер. Управление вакуумным упаковщиком Gochuvac 470 и использование дополнительных аксессуаров оказалось интуитивным. Применение клипс для фиксации пакетов существенно облегчает процесс вакуумации. Использование вакууматора позволяет не только продлить срок хранения продуктов, но и освоить приготовление продуктов методом сувид, что разнообразит меню.